Чебоксарах начала работу городская прокуратура. Прежде ведомство существовало, но было упразднено. Сейчас с увеличением нагрузки на правоохранительные органы в нем вновь возникла необходимость. При этом районные, Ленинская, Калининская и Московская прокуратуры продолжат свою работу. Штатная численность прокуратуры города Чебоксары – 11 человек, из которых 9 – оперативные работники во главе с прокурором города. Им стал Денис Антонов, ранее работавший в районных прокуратурах и в аппарате прокуратуры республики. Остальные сотрудники тоже с опытом. Я убежден, что тот коллектив, та основа коллектива прокуратуры города способна решить поставленные задачи, добиваться улучшения законности и правопорядка на территории всего города во взаимодействии с районными прокуратурами и непосредственно с аппаратом прокуратуры республики. В задачи прокуратуры Чебоксар входит надзор за работой администрации столицы республики и управлениями федеральных ведомств по городу, МВД, налоговой службы, пенсионного фонда. Кроме того, прокуроры будут контролировать по своему профилю деятельность других государственных учреждений, действующих в Чебоксарах. Прокурор Чувашской республики Василий Пословский вручил коллективу герб прокуратуры и служебное удостоверение. Позаботились и о материально-технической базе. Водитель, я так понял, в вашем распоряжении назначение его. Чтобы все состоялось, ключи от машины, фокус, который должен ездить теперь по городским улицам. И непосредственно хотел бы вручить ключи от кабинета. Тоже символично, но это так. Думаю, что вы правильно, четко будете исполнять обязанности прокурора города. Располагаться созданная прокуратура будет на 4-м этаже здания Дома юстиции по улице Байдукова.